Сегодня у нас приглашенный тренер Маргарита Полокайнин. Помогать нам будут Юлия и Алена. Так что у нас будет, как сказал правильно Андрей, квартет танцевальный. Но для начала давайте познакомимся. Доброе утро. Доброе утро. Маргарита, зумба уже давно обосновалась и прочно у нас в спортивных центрах. А откуда она вообще появилась? Она появилась из Америки, где пуэрториканец, который живет в Америке, Бето Перес, один раз ехал на тренировку свою, классическую аэробику, и, о боже, забыл флешку дома. Что делать? Что делать? Ну, он же пуэрториканец, он же танцует вообще всегда и везде. Взял свою музыку на тренировку и сделал тренировку под эту музыку. Всем настолько понравилось, что они сказали, что Бето, слушай, ты нам эту музыку, которую вот ты забыл, ты ее вообще вот можешь там и оставить. Давай нам всегда то, что вот ты в этот раз сделал. И так родилась зумба. Хорошо, а зумба это для настроения тренировка или все-таки она задействует наши мышцы, способствует похудению, как конечно, задействует мышцы, конечно, она жжет жир, страшно, напалмом, но это все-таки тренировка настроения однозначно, потому что там хорошая музыка, там хорошее движение, там можно покричать, погримасничать, заигрывать с зеркалом, с теми людьми, кто еще на тренировку пришел, так что уныние там тоже сжигается. Это... Ну, насколько я понимаю, сегодня флешку никто не забыл. Музыка у нас в студии будет. Вместо зеркал у нас будут камеры, так что давайте заигрывать с камерами, ну и, конечно, с нашими телезрителями. А вы, телезрители по ту сторону камер, присоединяйтесь к нам и тоже с нами начинайте заигрывать. А нам теперь музыку в студию, пожалуйста. Хотим танцевать. Да. Начинаем. Точечка и шаг. Коснулись, шагнули. Добавим руку. Посмелее. Давай, давай. Побольше пластики. Посмелее. Теперь руки выпрямили. Вверх. В стороны. Вверх и вниз. В стороны. Прямые руки. Вверх. Прямые руки. В стороны. Вверх и вниз. Теперь наклонились слегка вперед. Ноги быстрые. Поворачиваемся боком. Вытягиваем руки вперед. Быстрые-быстрые ноги. Да. Вниз и бедро. Бедро. Да. Другое бедро тоже покажем. Локоть тоже активно работает. Направо. Прыгай. Три шага. И прыгай. Давай. Туда. Руки прямо. Вверх. В стороны. Вверх и вниз. Сильные руки. Давай, давай. В стороны. И вниз. Наклон вперед. Поплыли. Хорошо, бочком. Вытянули руки вперед. Попа назад. Все танцует. Давай, 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 давай. Вниз. Еще, еще. Бедро. Другая сторона. Теперь внимание. Смотрим в камеру. Направо. Налево. Хоп. Жарко становится. Да-да-да. Направо. И прыгай. Хлопай. Хоп. Хоп. Направо. Хоп. 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 Налево. Хоп. Хоп. Снова руки. Вверх. В стороны. Вверх. Хоп. Покажи, как ты работаешь. Вверх. В стороны. Вверх. Пошли направо. Налево. Направо. Налево. И вниз. Ну как, чувствуешь себя секси? О, конечно. Теперь бедрами круги и рука.
назад, 4, 3, 2, 1, 2, 1, и рука, хлопай, топай, давай, 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 другая сторона, слезь, пружинки, колено, хоп, хоп. Жалко, что он еще пропустил такую тренировку. Барабаны! Снова колено! Хоп! 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 Все! 4 круга направо. С правой ноги. Теперь налево. И кружочек. Хоп! Снова направо. Правая нога. Налево. Левая нога. Вперед. Активные руки. 2, 1. И круг рукой. Хо. Назад. 2, 1. И круг. Хлопай, хлопай. Так, приседания в стиле Ван Дамма. Бам! Нога наверх. Знакомые пружинки. Пам! Пам! Барабаны, баны, 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 баны. Надеюсь, что за нами все повторяют. Сейчас будут шаги назад. Так. Теперь вперед и колени вместе. Назад, назад. Вперед, 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 вперед. Снова вперед. Теперь будем качать насос. 2, 1, 2 раза с прыжком. Поворот, 2, 1, 2 раза с прыжком. Еще раз так. 2, 1, 2. Внимание. Правая рука, левая, 2 раза вверх. То же самое. Право, лево, вверх. Чуть-чуть назад. Пойдем вперед. Тело. Вперед. Еще. Последний разок. Назад. Еще назад. Еще. Жалко, что я спиной не вижу. Чуть-чуть назад. Много вперед с коленками. Снова чуть-чуть назад. И вперед. Ха. Ха. Чуть-чуть Африки добавь. Теперь дышим, отдыхаем. Другая сторона. Качаем. 2 раза прыжок. Поворот. Прыжок. Прыжок снова. Рука. 2 раза вверх. Упражнение. Справа. Слева. 2 раза вверх. Чуть-чуть назад. И вперед. Ча-ча-ча-ча. Телом. Молодец. Тин-тин-тин-тин. И назад. Пам-пам-пам-пам. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Чуть-чуть назад. Снова вперед. Руки и колени. Вперед, 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 вперед. Последние африканские движения у нас. Дышим. Дышим. Ну и типа вперед. Тын-тын-тын-тын. Еще. У нас, к сожалению, время эфира подошло к концу, поэтому мы вынуждены завершить эту зажигательную зарядку. Спасибо огромное, Маргарита Балаканин. Спасибо.